Здравствуйте! С вами технический обзор от лаборатории «Астроскоп» и я, Виктор Леонидов. Среди обилия бытовых метеостанций порой сложно выбрать ту, которая наиболее вам подойдет. Критериев может быть множество, от набора функций до цвета корпуса. Метеостанция EA2BL508, о которой я расскажу вам сегодня, это один из хорошо продуманных вариантов, объединяющих в себе оптимальный набор функций и классический элегантный дизайн. Рассмотрим, насколько удачной она является для повседневного использования. Познакомимся вначале с особенностями конструкции станции и внешнего датчика температуры и влажности. Корпус станции выполнен из черного пластика, передняя панель глянцевая. На передней панели расположен 4-дюймовый жидкокристаллический экран, имеющий красивую синюю подсветку. Контраст экрана хороший, обеспечен достаточно большой угол обзора. Все кнопки управления станцией, а их 10, находятся сзади корпуса. Стоит сразу отметить, что такое расположение кнопок не всегда удобно. В таком случае, когда станция расположена на стене, они недоступны. Для установки станции на горизонтальную поверхность в комплект входит специальная подставка. А для расположения на стене, на задней панели корпуса имеется большая петля. Корпус станции весьма изящен и имеет толщину всего 19 мм. Датчик, входящий в комплект, имеет довольно массивный корпус черного цвета. С его обратной стороны находится лючок, отсека элементов питания, крышка которого закручена большим винтом. Для расположения на стене датчик имеет соответствующее крепежное отверстие, а для установки на горизонтальной поверхности – откидывающуюся стойку. Стойка выполнена из довольно тонкого пластика, поэтому при обращении с ней стоит соблюдать осторожность. Благодаря имеющемуся переключателю каналов, датчик может быть подключен к станции в комплекте с еще двумя такими же датчиками. Питание станции и датчика осуществляется элементами типа 3A. Рассмотрим теперь, каким образом представлена информация на экране станции. Компоновка вывода данных на экран вполне удачна, однако диагональ экрана кажется несколько недостаточной для отображения такого большого количества информации. Станция показывает температуру и влажность внутри и снаружи помещения, символьный прогноз погоды, гистограмму изменения атмосферного давления с шагом 2 часа и его текущее значение, кроме того, дату, месяц, день недели и время. Данная станция может отображать значение атмосферного давления в следующих единицах: гектопаскали, дюймы ртутного столба, миллиметры ртутного столба. Для просмотра истории данных об атмосферном давлении за прошедшие 12 часов используйте кнопку History – История. Прогноз погоды составляется для местности в радиусе примерно 30 км от точки нахождения станции. Точный прогноз появляется на экране станции только после первичного накопления данных, не ранее, чем через 6 часов после ее включения и настройки. Итак, метеостанция EA2BL508 – это действительно достаточно удачный вариант, имеющий большое количество функций и минимально необходимую локализацию. То есть, возможность отображения дней в русской транскрипции и давления в привычных нам миллиметрах ртутного столба. Добавим к этому строгий элегантный дизайн и утонченность корпуса в прямом смысле этого слова. В итоге получаем несомненно интересный вариант для приобретения и повседневного использования. С вами был технический обзор от лаборатории «Астроскоп». До скорой встречи в нашем магазине!